Хорошие новости из стана сборной России по хоккею. Обследование капитана россиян Сергея Мозякина не выявило сотрясения мозга. Об этом сообщил тренер команды Илья Воробьев. Капитан себя чувствует намного лучше. Нанесший травму Мозякину немецкий хоккеист по фамилии Хагер дисквалифицирован на 2 матча, сообщается на официальном сайте чемпионата мира. Дисциплинарный комитет постановил, что Хагер мог нанести Мозякину серьезную травму. Немецкий хоккеист сможет сыграть уже 13 мая против итальянцев. Напомню, немец Патрик Хагер сзади из-под тяжка атаковал ничего не подозревавшего Мозякина, после чего россиянин оказался на льду. Хоккеист был вынужден покинуть площадку после удара соперника с помощью врачей. Ранее сообщалось, что у Сергея подозрение на сотрясение мозга, и его вопрос о дальнейшем участии в чемпионате мира должен был решиться после повторного медицинского обследования 10 мая. Но, как было сказано в начале, обследование капитана сборной России по хоккею Сергея Мозякина не выявило сотрясение мозга. Матч между Россией и Германией закончился победой команды «Знарка» со счетом 6-3. Пожелаем Сергею скорейшего возвращения на лед и закинутых шайб за сборную. Напомню, следующий матч сборная России проведет 11 мая против датчан. Рекомендую еще посмотреть ролик под названием «Шипачев в НХЛ». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.